мой друг, смотри, как это делается просто, когда соблюдается техника безопасности, хорошие стамески, хорошее настроение, когда душа тянется к прекрасному, тянется к настоящему, а мы все-таки, у нас родовая память, она говорит о том, что дерево это наше занятие. Ну, я хотел бы тебе пожелать, мой друг, крепкого здоровья, сказать, что даже не сомневайся, у тебя также все получится. Все это, то, что ты видишь, это опыт, поэтому тебе крепкого здоровья, творчества, успеха. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья, приветствую вас на канале «Амурские украсы», я Николай Донской. Сегодня в этом видео я вам покажу центр карниза. Это я вырезаю дракона. Дракон, материал на дракон я использую бархат амурский. Карниз, напоминаю, длина 4,60. В собранном виде я его пока вам показать не могу, но как я его смонтирую на место, обязательно сниму и сделаю короткий ролик. В этой работе я использовал несколько ценных пород древесины дальневосточных. Это орех маньчжурский, сосна корейская, кедр, бархат и липа. Весь процесс я вам показывал, изготовление карниза. Все очень просто. Некоторые элементы уже проще уже нельзя. Вот, показываю вам, как это делается. Если кому-то интересно следить за процессом, который происходит в моей мастерской на канале «Амурские украсы», смотрите, с ютубом проблемы у некоторых. В описании под этим роликом есть ссылки на рутуб, на дзен. Также публикую там свои видео. Поэтому, как бы там ни было, санкции не санкции, но если у нас есть желание не терять друг друга, то мы и не потеряемся. Ну, сегодня я воздержусь от ответов на вопросы. Про заточку я сегодня тоже говорить не буду. Про стамески я буду говорить всегда, потому что хорошая стамеска — это залог того, что мне понравится это дело. Вот. Ну а сегодня давайте послушаем хорошую песню, посмотрим, как вот этот центр карниза дракон делается просто, легко и радостно. Приятного всем просмотра. Заходите на канал, будет интересно. Приходи, как сумеешь, усмеешь, приходи в мои сны и судьбу. Может, что-то в душе согреешь. Приходи, если мы далеко, по тропе тайных воображений. Приходи, тебе будет легко. Приходи, приходи без сомнения. Мой дом всегда открыт, и в нем есть чай,
для разговора и тепла. Ходила любимая мечтой, облетай, тебя встречай, мое сердце и струна. Рассыпая пыльцу и улыбки, приходи к моим ярким свечам. Я сыграю тебе на скрипке, это скрипка по тысячу струн с бесконечным набором звучаний. Приходи волшебством синих рун храм моих юных дум и мечтаний. Мой дом всегда открыт, и в нем есть чай для разговора и тепла. Сердце и струна. Так приходи, я всегда тебя жду. Мне легко быть с тобою повсюду. Я душой до тебя дохожу и душою с тобою буду. Когда все свершится, как есть, любовь улетит, словно птица, лишь на миг я прерву свою песнь, чтобы Богу Отцу поклониться. Мой дом всегда открыт, и в нем есть чай для разговора. Ходила любимая мечтой, облетай, тебя встречает мое сердце и струна. Мой дом всегда открыт, и в нем есть чай для разговора. Ходила любимая мечтой, влетай, тебя встречает мое сердце и струна. Тебя встречает мое сердце и струна. La.